К другим новостям. Кунгурские спасатели сегодня спасли из плена домашнее животное. На поселке Кирова минувшим днем корова провалилась в открытый погреб. Из-за большого веса животного хозяева не сумели самостоятельно вызволить животное из плена, поэтому Зорьке, так зовут корову, пришлось посидеть в тесном помещении до сегодняшнего утра. Вызванные на помощь спасатели сегодня приступили к спасению животного. Вытащить корову оказалось нелегко, так как им нужно было выбрать самый безопасный способ транспортировки, чтобы не причинять вреда парнокопытному. Первый подъем с помощью крана оказался неудачным. Животное под действием снотворного не удержалось на ремнях и соскользнуло вниз. Лишь с помощью экскаватора удалось вырыть путь, по которому Зорька смогла самостоятельно покинуть погреб. Ой, это сюда, это Зоря. Отходите. Вот так. Зорька. Общими усилиями службы спасения, ветеринара и владельцев тяжелой техники животное было спасено. Правда, из-за долгого нахождения в заточении Зорька пока пребывает в состоянии шока. Однако хозяева коровы благодарны всем, кто отреагировал на клич о помощи. Всем, кто принимал участие, значит, большое очень спасибо. Значит, спасатели, в первую очередь, значит, вчера сколько они время потеряли с нами, в выходной день все-таки, как бы не было. Ну и сегодня вот полдня почти провозились. Так что все хорошо, всем спасибо.